Сегодня день памяти. Вот как нету Бориса Немцова. Тяжелый день. Для меня тяжелый день. Когда мне тяжело, я читаю стихи Владимира Семеновича Высоцкого. Хочу, чтобы вы их послали. Штормит весь вечер, и пока заплаты пенные латают разорванные швы песка, я наблюдаю свысока, как волны головы себе ломают, и я сочувствую слегка погибшим, но издалека. Я слышу смертный хрип и стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломить у цели. И я сочувствую слегка погибшим, но издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные рошат. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, и рухнет взмыленная лошадь. Ей посочувствует слегка погибший, но издалека. Придет и мой черед во след, мне дует в спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет, и так же голову себе сломаю. Мне посочувствует слегка погибшим издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы себе ломают. Они сочувствуют слегка погибшим им издалека. Спасибо.